Так, что ж, мы продолжаем. Прокачали, в принципе, все машины довольно прилично, кроме той старой. Думаю, можно спокойно гонять ПВП. Так, публичная. И может где-нибудь в путешествие отправиться пока. Так, кто что пишет. You might want to get some more experience before attempting this next mission. You did it, man. I'm B4 for the Midwest, and that means you, my friend, are a 5. Ой, я не помню, куда нам. Get it somewhere tasteful. I'm in. You're on the books. But now that you're official, I get the feeling you want to move up in the world. Just tell me what you need. Had by the name of Eric Sue runs East Coast for Shiv really badly. 510s are losing a lot of money over there, and I promised to send a guy to help out. Fix the East Coast, that's your V2 right there. On it. Ох, как. Возможно, по дороге было бы, конечно, намного лучше, но ладно. И так доедем. Так, один нашелся, еще двоих подождем. Будем всех громить. Что, все уже? Вроде как нашлись. Ух ты, сколько народ. О, какие машины. Ух ты. Где он такой Никсанчик тогда был? 224 уровень. Чё, какую машину выбрать? Давай Форд все-таки. Фокус. Первая гоночка с ним. На ней. Так, чё, кому?
Так, явно кто-то вылетел. Долгая загрузка. Ой, блин, быстрее бы уже все отсоединились. Довольно долго уже ждем. Так, чё, кого тут пишут? Так, стоит вообще продолжать ждать, либо выйти даже, не знаю. О, отлично. Гранд Парк Клуб. Чикаго. Сколько там у нас осталось-то? Самое интересное. Если вдвоем, троем, как-то не неохота. Блин, мы чё, только двое? Блин, неохота вдвоем. Ни о чем это. Ладно, проедемся. Блин, сколько было игроков? 6 игроков, да? Трое как бы остался, и один еще вышел. Врезался он. Довольно неплохо. Что тут, три круга? С каких пор здесь три круга? Всегда два было. Ёлки, что ты, палки. Че, нам Ubisoft что-то наколдовало? Три круга гонять. Ну, окей.
Еще непривычно на такой машине ездить. Но после этого еще круг будет, кстати. Три же круга, а не два. Всегда два круга было. Теперь бах, три. Какой-то нежданчик. Эй-эй. Нормально. Сейчас сколько денег дадут? Норм. Зачем-то нам тут все равно предлагают подождать. Ладно, подождем.
Так, один остался, конечно, бессмысленно здесь торчать уже. Еще раз. И вот сюда нам надо. Давайте по этой дороге проедемся. На зигзаге. Че, белочка что ли была? Ну это понятно, что не белочка. Сократить может уже. Так гораздо быстрее. Эх, сошло уже. Этот на простом фолстоке. Все остальные стрита, да? Чё, какую выбрать? Вот эту Volkswagen уже взял. Надеюсь, я взял то, что мне нужно, да? А, нет, не выбралось. Так, сейчас стёклышки нам покажут. Самые классные стекла. Сколько у нас? Шестеро, да? Разогнались-то, а? Ай-яй-яй. Вот это прикол. Давайте сократим здесь.
Мама Лорик, что врезался. Пока первые. Так, резкий поворот. Это было неизбежно. Машина не стартует, светофор красный. Ну ладно, 3 минуты впереди. Пойдет пока. Камикадзе за мной. Подставы не случилось. О, на 6 секунд мы впереди. Все здорово. Все, 2 чекпоинта и победили. Ждем, пока все приедут. Снова ожидание. Так, и сейчас я буду гонку выбирать. Слушайте, я даже не знаю, где гонять уже. Пока везде был. Честно, все равно. Airfield будет доступен. Воздушная база. Давайте ее. Военная воздушная база. Авиационная воздушная, говорю. Да, вот она. И попалась. Так, будем теперь на это гонять, наверное.
меняю машинку. Надеюсь, я ту взял. Я же Ford, да, взял, по-моему. Или случайно взял ту самую белую, которая плохо управляется. Чуть не понял, а я где? Оу! Оу! Оу, чё за баги? Лол. А я ехать не могу. Вот вам веселье начинается. А я не могу ехать. Наверное, нажимаю. Вот, пожалуйста. Что мне делать-то, эй? Капец. У меня игра сломалась. Может, мне врежется, и я оживу. Ну, врежься. Не, смотрите, они мимо меня просто приезжают. И все. Это все очень странно. Почему я не могу быть зрителем? О, все. А как переключаться? А, вот, вижу. Switch. На интер следующий игрок. Тоже он, считай, финишировал. Да. Очень мало получил. Даже все равно деньги получил. Что довольно приятно.
Я опять свою машину не вижу. По-моему, надо вообще с игры выходить. Да. У меня все сломалось. У меня есть только тормоза. Больше ничего. Запарил выходить. Что ж, придется игру перезапускать, а то сами видите, что творится. Даже так не катается, вообще не хочет. Да запарил, я не хочу играть сейчас. О, плохо вышло. В гараж можешь пойти, поменять машины. Допустим, вот эту хочу, ну-ка. Не, тоже только тормоза вижу. Старую выберу. Старые машины, я такие тормоза увижу. Это все очень жестко. На такой машинке даже не погонять. Гнать вообще не хочет. Если мы заедем в гараж. То вроде бы приехали как бы нормально. Неужто все починилось теперь? Кстати, вот эту машину мне же тоже надо будет поулучшать. И сейчас все будет доступно. Ну-ка. Потому что 71 уровень это все-таки мало. Сейчас глянем, может все исправилось. Не-а. Смотрите как. Тоже не хочет. Если телепортироваться, допустим, сюда. То, по-моему, вообще ничего не видно. Вообще же ничего не видно. Да, отлично. Если поедем машину покупать. И выйдем. Починится. Здесь мы такие приезжаем, да, крутые, все такое. Уходим и что видим? Пустота. Все, игра сломалась полностью. Давайте перезапущу ее.